Друзья, привет! Просили давно сделать обзорчик Шевролета обновленного. Один из подписчиков просил меня сделать сравнение Шевроле и 2131 по вместительности. Сейчас я вам прибегусь, посмотрю, покажу вам цену. Вот смотрите, цена Шевроле Нива 2019 года. По проходимости говорить тут нечего, что 31-я, что короткая Нива, что данный экземпляр Шевролета. В принципе, у них все стандартное. Движки, ходовые, тут про это говорить нечего. Давайте просто я вам покажу, в какой машине удобнее, в 31-й или в Шевике. Посадки. По высоте скажу сразу, Шевролет автомобиль выше, он намного выше по сравнению с 31-м автомобилем. Здесь смотрите, дверные карты тоже пластмасс, пороги пластмасс, коврики. Здесь, в принципе, ничего нового нету. Сиденья. Ребята, сиденье однозначно лучше, чем у Нивы 31-й, намного лучше. Сейчас мы с вами сядем и посмотрим. Итак, смотрите, панель. Подушка безопасности установлена. Вот, смотрите, аэрбэк есть. Бардачок. Бардачок, сейчас мы. Да, бардачок очень вместительный. Так, здесь одна ручка уже. Мультимедиа. Розетка 12 вольт. Так, переключение намного удобнее, чем на 31-й Ниве. Я имею в виду печки, закрытие воздуха и положение вентилятора 4. Мультимедиа здесь уже стоит. Сейчас спрошу, ключи дадут, не дадут. Щиток панелей. Так, потолок формованный. Кнопка SOS установлена. По поводу удобства автомобиля. Сейчас я свет поставлю. По поводу удобства автомобиля. Сидеть в автомобиле. Ну вот я тоже отодвинулся максимально. Максимально отодвинулся. Так, руль. Не пойму. Поднимается. А. Смотрите. Здесь уже руль можно отрегулировать для себя, для удобства. Боковая поддержка есть. Удобно. Установлен подлокотник. Честно сказать, не знаю, дополнительно или в штате он идет. Не могу сказать. Такой органайзер есть. Но что-то подлокотник стоит, а сиденье регулировать немножко. Вот, ребят, смотрите. Сейчас я установил для себя сиденье. Двери закрываются. В принципе, не как консервная банка. Намного интереснее. Сидеть удобно. Боковая поддержка. Все есть. Удобненько. Расстояние. Я 1,82 м. Сейчас свою Ниву сяду, посмотрю, какое там расстояние у меня. Так. Сейчас пойдем задний ряд сидений. Багажник откроем. Сейчас сядем на задний ряд сидений. Посмотрим, какое расстояние там. Переходим на задний ряд сидений. Замки здесь уже стоят. Хорошие. Видите, бесшумные замки стоят. Карта также идет, все. Ограничители. Вот он, задний ряд сидений. Задний ряд сидений, ну, сделано добротно. Добротно. Подголовнички установлены. Давайте сядем. Посмотрим, как здесь. О! Но, конечно, если сравнивать с 31-й Нивой, за собой, ребята, я уже не сяду.
придется сидеть в раскоряку, просто-напросто в раскоряку. В 31-й Ниве сидишь, еще вот такое расстояние. Так, задний подголовник, смотрите, уперся прямо мне, вот смотрите, я 1,82 м, он просто уперся мне в спину, понимаете, даже если поднять, ну не знаю, ну в принципе удобно, но далеко я бы не поехал на этой машине. Вот, так, конечно, интереснее автомобиль, намного интересней. Запомнили, да? Расстояние маловато. Переходим в багажное отделение. Запасочка здесь на кронштейне. Ручка открывания. Крышка. Тоже стоят замки бесшумные. Так, ну что багажник? Багажник, конечно, ребята, здесь маленький. Багажник маленький. Такая полочка, которая тоже не фиксируется. Вот захочешь ее, ну только вот так, если в распор ее поставить. Вот багажник. Багажник небольшой. Что у нас здесь? Так, здесь какой-то ковролин, шумоизоляция здесь не видно. Ну давайте здесь посмотрим. Ну, шумоизоляция отсутствует, сразу идет металл. Просто идет металл. Ну, сделано, конечно, поаккуратнее, чем 31-й, например. Пойдемте посмотрим багажное, то есть, извиняюсь, не багажное, под капот. Дверь закрывается хорошо. 1,7, 80 лошадиных сил. Ну, ребята, здесь о чем говорить? Ну, я говорю, все одно и то же. Плюс-минус доработки. Движки одни и те же. Так, давайте днище посмотрим. Защита установлена. Все, посмотрите сами. Накинули клемму, чтобы было видно, как в салоне при габаритах все это светится. То есть приемничек, все кнопки светятся удобно в ночное время. Подогрев сиденьев, все это есть. Так, здесь, в принципе, без каких-либо ярких цветов, все монохронно. Мультимедиа, навигаторы, то есть все это сенсорно работает. Радио. Ну, конечно, сенсор немножко потопливает, но в принципе очень удобно. Ну что, ребята, обзор на Ниву Шевроле краткий я вам сделал. Выбирать вам. Скажу так, Шевроле Нива удобнее, чем 31 Нива, но 31 Нива, она для семьи, для перевозки каких-то либо вещей намного удобнее. И задний ряд намного места больше, и багажник больше, чем Шевик. Если какие-то вещи перевозить не нужно, и семья, так сказать, маленькая, Шевик по комфорту однозначно выигрывает. Там стоит автомобиль без мультимедии, без подушки безопасности. Ну, стандартная, без мультимедии. Все то же самое. Все тоже, в принципе, самое. Сейчас сидушки посмотрю. Так, но здесь сиденье все равно интереснее. Здесь сиденье интересное. Здесь, смотрите. Ну, да нет, наверное, одно и то же. Все, ребята, давайте ставьте лайки, пишите, что вы думаете об автомобилях. Спасибо, что смотрите.